Всем привет, с вами Жанна. Готовлю котлеты из мяса и картофеля. Потребуется отварная говядина. Говядину отварила с кореньями, морковью, петрушкой и луком. Картофель в отварной мундире, бульон, сметана, томат-пюре, лук, мука, яйцо, масло, соль, перец. Очищенный картофель нарезаю большими кусками. Нарезаю мясо. Также это все можно пропустить через мясорубку. Я буду в блендере. Практически уже однородная масса, добавляем мелко нарезанный лук. Кладу. Яйцо. Сальный пучок. Сухари, смачиваю руки холодной водой и делаю котлеты или же пяточки. Котлеты обжариваем на масле. Жарила на среднем огне. За это время уже включена духовка. Перекладываем в форму. Если сковородка была с металлической ручкой, то прямо в сковороде можно ставить духовку. Котлеты ставлю в горячую духовку на минут 5-7. Пусть дойдут. Сливочное масло. Добавляем муку. Пока котлеты жарятся, соус будет готов. К муке и маслу добавляем томат. И разбавляем горячим бульоном. Прокипятила 3 минуты, теперь добавляю сметану и тоже прокипячу. Пару минут. Убираю в сторонку, еще солю по вкусу. Для остроты можно поперчить. Соус готов. За это время подошли котлеты. Поливаю соусом. Зелень, петрушка.
хороший вкус, нежная. Ну что, как запеканка. Картофель с мясом, всегда вкусно, соус. Хороший обед или ужин. Котлеты с мясом и картофелем готовы. Приятного аппетита!